А тем временем сказка английского клуба «Лестер» продолжается. Помните ту самую историю про команду, которая, казалось, чудом выиграла чемпионат страны? Теперь «Лестер» выходит в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в таблице. В последнем матче он победил бельгийский клуб «Брюгге» со счетом 2-1. Но Клауди Мараньери, главный тренер «Лестера», не очень доволен своими игроками. Мол, в родной премьер-лиге в этом году слабовато играют. Top of the group now, our mind must go on the Premier League because I want to push my players to think about the Premier League. Now our job is done. We are to the group. I don't know where, which team we play. It will be a fantastic team. And we are very happy. But now we have to go back. In Premier League we are very close to the relegation and we must play at the same level the Champions League because when we want to do something we achieve something. Вот как сейчас выглядит таблица группы G. Лестер на первом месте, дальше Порту, Копенгаген и Брюгге. Соперники слабоватые, честно сказать. А вот в родной лиге Лестер на 14 месте, то есть фактически в трех строчках от зоны вылета. Но зато команда неплохо показала себя в Лиге чемпионов. Чего не скажешь о наших футболистах, и Ростов, и ЦСКА на последних местах в своих группах. И уже потеряли надежду на выход в плей-офф. Вот как выглядит группа Ростова. Атлетика, Бавария и ПСВ. Нелегкие противники, безусловно. Похожая ситуация. ЦСКА над столичными армейцами Монако, Байер и Тоттенхэм. И тоже, кажется, без шансов.